Вашему вниманию предлагается женский костюм. Выполнен фирмой «Восток». Ткань, с которой сделан этот костюм, алоэ. Алоэ входит в группу синтетических тканей и представляет собой трикотажный 100% полиэстер с мембранным покрытием, расположенным на изнаночной стороне и защищающим от ветра и влаги извне, но пропускающим внутри испарение тепла и воду. Такая дышащая структура материала обусловлена и его крепко сцепленными между собой слоями. Внешний трикотаж обеспечивает устойчивость к погодным условиям, изнашиванию и придает красивый вид одежде. А внутренняя мембрана позволяет телу дышать, но при этом остается водонепроницаемой. Нужно отметить, что специально разработанная бархатистая нешуршащая ткань алоэ прекрасно подходит для пошива верхней одежды особого назначения, которую смело могут носить люди для походов, катания на лыжах, люди, увлекающиеся рыбалкой, охотой, альпинизмом, горным туризмом. И все потому, что алоэ имеет высокие теплоизоляционные показатели. В экстремальных условиях сокращает затраты тепла и энергии человека. Плюс ко всему, этот материал не боится морозов. Что можно сказать по данному костюму? Очень удобно сделан теплый, толстый капюшон. Он, если заметили, не глубокий, легко садится, не наползает на глаза. Регулируется в одной плоскости. Вот, легко снимается. Дальше планочка ветрозащитная на кнопочках. Обыкновенная молния, но крупная, очень хорошего качества. Открывается только сверху. Если заметите поближе посмотреть, то молния действительно очень большая и удобная. Дальше. Манжет на резиночке. Самый надежный, самый простой, самый удобный. Что позволяет использовать его на лыжах, в спорте, катание на санках, так же, как и на рыбалку. Вот. Сделано чуть-чуть приталено, если заметили. Средней длины. Дальше. Внутри у нас с вами также флис, комфортный гигроскопичный материал, то, что нам нужно. Внутри современный утеплитель Синтепул, комбинезон, накладные карманы, без всяких молний, очень удобные. Внутри также в карманах у нас находится флис. Комбинезончик у нас на лямочках, лямочки из материала, резиночка сзади вставлена, небольшой участок, где-то на 1/4 части. Замки пластиковые, удобные, уже традиционные, всем нравящиеся. Вот. Здесь мы наблюдаем такую молнию, помельче. Вот. Молния, костюм, верхняя часть чуть выше груди, прикрывает грудь. Сзади спинку где-то на таком расстоянии от шеи. То есть закрытый, полностью удобный. Вот. Брюки абсолютно ровные, без всяких молний, полностью закрытые. То есть упрощенные варианты. Вот. Костюм очень, еще раз скажу, приятный на ощупь, не шуршит. И несмотря на то, что это просто принтованный трикотаж, это специальный трикотаж, который не изнашивается так сильно. Вот. И благодаря мембране, как уже было сказано, не протекает. Здесь у нас длина именно в меру, чтобы присесть, чтобы кататься. И с другой стороны не задувает. Конкретно по карманам, что можно сказать, сделано два удобных кармашка под руку. Вот. В кармашке специальная молния, она полностью закрыта, защищена от воды, от ветра, от снега, от дождя, от чего угодно. Все. Внутри также слизик. Вот. Есть кулиска, которая по талии может отрегулироваться, вот. Именно под вашу фигуру непосредственно. Вот. Капюшон у нас на молнии, можно его отстегнуть. Если капюшон отстегивается, низкой длины стоечка воротничок не мешает ни подбородку, ничему, застегивается под подбородком. Спасибо за внимание.